Ну, это реальный миф. Реальный миф, потому что исследования показывают, что шлем спасает. Я бы не утверждал, если бы я сам не побывал в ДТП. На скорости, там, 100 км в час врезается в неподвижный автомобиль, там, в грузовик, не знаю, сзади, то, скорее всего, ничего не спасет. Но таких аварий очень мало. В основном мотоциклисты сбивают сбоку. А дальше мотоциклист катится. Но мне бы не хотелось лицом катиться по асфальту со скоростью 80 км в час или скользить, тем более, по асфальту. Конечно, шлем спасает. Обязательно локти, обязательно плечи, в плечах защита стоит, обязательно колени, обязательно хорошие мотоциклетные ботинки. В кроссовочках нельзя ездить. Сейчас выпускают классную модную защиту, и она смотрится гораздо круче. Защита одета, там же черепаха, но она смотрится как раз круто. И потом... Прошли те времена, когда защита — это не круто было. Наоборот, если у тебя есть защита, значит, ты с головой. Значит, ты думаешь о себе и о своем будущем. Защита — это круто. А какая-нибудь фирменная защита — это вдвойне круто.